Всем здравствуйте! Мне достали шикарные лилии вот такого сорта. Ну, не только такого, конечно. Их тут вот в упаковочке две штучки. Я аккуратненько сниму, чтобы у меня название сорта осталось, чтобы не подписывать. Ну и мне очень нравятся эти мешочки. Если, конечно, кому-то лилии достались не в таком мешочке, вы можете взять пакет для заморозки, вот такой. Покажу правильной стороной. Ну, пакеты не проливайки, я их так называю. Булавочкой проколоть отверстия, небольшие совсем, чтобы лилии дышали. Ну, видите, маленькие дырочки. Ну так, сколько-то штучек. И для чего нам все это нужно? По-правильному, конечно, немного не так. Но вот в моем случае с кошками по-правильному не получится размножить эти красивые лилии. Так, сейчас пошуршу, потом буду говорить. Вы не представляете, какой от них исходит аромат. Это так вкусно пахнет. Видимо, сами лилии будут пахнуть так же. Вот такие луковки. Ну, где они повреждены немного, я думаю, что это механические какие-то повреждения, это не болезнь. Они очень, ну, довольно хорошо выглядят, хорошо, не очень, но хорошо. Господи, уже откуда-то из другого места начали расти. Так вот, что мы сделаем? Сейчас я отодвину это, чтобы мне не мешало. Мы их размножим. Ну, что нам две штучки всего? Это же очень мало. Сейчас, если это делать, мы к весне уже что-то заполучим. Ой, не очень хорошо отломила. Ну, то есть нужно постараться отламывать до самого донца. Ну, то есть вот так. Вот такие будут чешуечки. Тут, видите, не до конца надломила, но не критично. Вот так они аккуратненько выламываются. Ой, она еще вкуснее запахла. Так. Пробуйте, раскачивайте и ну, выламывайте в правильном порядке. Вы увидите, какая вперед чешуйка должна выломаться. И тогда они будут нормально выламываться. Мы их совсем все снимать не будем, потому что сама луковка тоже пусть живет, пусть растет. Ну, дальше легче снимается. Что это, я не знаю. Видимо, ну и все, эту луковку мы так оставим. Очень жадничать не будем. Ее мы посадим, конечно. Корешки понадрежем. Ну, не понадрежем, а прям поотрезаем. Так, не отломать. Мы обрезанием их простимулируем. Во-вторых, уберем плохие корешки. Ну вот в таком виде мы ее посадим. И что мы получили? Мы получили вот таких вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 чешуек. Даже эту мы посадим. Мы их, ну вот вторую луковку мы также почистим. Их две было. И вот в этот же пакет, он уже с отверстиями, хороший пакет. Насыпем земли. У меня такая воздушная очень почва.
прошлого года оставалась цветочная. Она ни к чему не годная. Мне она совсем не нравится. Ну вот я думаю, что лилиям пойдет. Она, конечно, немного увлажнена. Все эти чешуйки мы сюда сложим. Чтобы у всех был контакт с почвой. Правильно, конечно, не так. Правильно по 2 миллиметра вот чешуйка. Поставить ее стоит на 2 миллиметра. Если вы можете это дома себе сделать, делайте, конечно. Это очень хорошо будет. Вот. Ну, мы будем делать вот так. Каждая из этой чешуек даст свои маленькие луковки. Ну, кто так не делал, дальше покажу. И у нас вместо 2 цветков будет много. В этом году они, скорее всего, даже если зацветут, желательно этот цветок убрать. Ну, по крайней мере, вы проверите сорт, чтобы луковица набрала сил. Ну, а в следующем году у вас уже точно будет огромный лилейный цветущий сад. Всем спасибо. До свидания.